вся оценка. Красиво. Это красиво. Ой, сколько стоит? 50 центов. 50 центов? А да. Что ж у вас так дорого все? Это недорого. Это недорого? А когда будет распродажа, скидка? А когда скидка будет? Скидка 20. 20 будет, да? Здравствуйте. Что еще продаем? Ой, тут что-то такое. Браслетики? Мне по 50, а это 300. Какие дорогие, по 3 евро, да? Нет, это не все по 3 евро. Они все, вот эти евро 50, а это 3 евро. 3 евро, да? А это комплект, да? Типа это того, не да? Комплект, там только. А здесь конфеты? Да. Хорошо, я сейчас пойду приценюсь другим товаром, посмотрим. Ну, здесь игрушки, да? Игрушки. Шоколадки, комплектики, да? Ой, это очень оригинально. Очень да. Вкусно, это домашнее? Да. О, сколько стоит? Евро там 2. Сколько? Евро там сразу 2. А, там целых 2. Ну, да, отлично. Да. Я сейчас схожу за пакетиком. У тебя нет пакетиков? Есть. Есть? Ой, даже пакетик есть. Отлично, есть. Тоже куплю. Что вы продаете? Конфеты? Ой, а мы не кушаем конфеты. Да. А, это брелки. Брелки? Да. Это как? Подожди, покажи мне. Это брелки так, такие? А, это полностью вот этот брелок, да? Подожди, как он? Вот это брелок. А, какой интересный. Какой интересный. Я поняла, все, все, хорошо. Одна штучка 30 центов. Да? Вот это могу дать 20. А, ну хорошо, посмотрим. Подожди, посмотрим. Так, а из чего сделано? Это ручная работа. Это ручная работа. А что там внутри? Какое тесто? Не знаешь? Ну ладно. Ручная работа, говорит. Домашние? Ну да. Правда? Покажи, покажи. Я не вижу. Доставай. Да, выкладывай вот так вот. Стоит? Выкладывай. Выкладывай. Ну, надо ему помочь. Это кто делал? Кто? Это стоит. Это домашняя еда? Ну, видно, сколько стоит. Дома делали, да? Сколько ты хочешь? Сколько стоит? Где цена? Ничего себе, 50 центов дорого за одну. Это дороговато, 50 центов. Давай за две хотя бы, да. Вот. Тогда мы с Жанной возьмем. А этот? Ага. А, пойду посмотрим другие. Мама готовила. Сколько стоит? 5? Так дешево? Да. Да? Хорошо, сейчас куплю, секунду. Это чье? Это мое. Сколько стоит? 5 центов. Это пицца? Мини, да. Мини-пицца, да? Да? Хорошо, я возьму мини-пиццу. А на что акция? Акция? Да. Акция. На товар? Вот на этот товар, да? Я уже, видите, сколько купила. Ой, какая красота. Пойду дальше смотреть. По сколько? Ой, по 3 цента, прелесть какая. Ого, блинчики, да? Ты. А зацепомус, да? Сейчас посмотрю. Одна штука чего 3 цента? Вот это? Одна штука? Ага. Сейчас посмотрю. 35? Машмеллоу.
Шоколадный? Зефир. Зефир. Шоколад надо, да, нельзя. Печеньки, печеньки. Угу. Ты как ты здорово придумал. Красиво, да. А сколько? Я вот эту клубнику поеду, а эту по 55 центов. О, у тебя дорого. Дорого. А там клубника внутри, да? Да. Ну, как-то дороговато, снижай цену, а то не раскупят. Снижай цену. Сколько? Ну, пару, это уж мало. Надо все продать. Я пошла на 4. Это с сыром, а это с кремом. С сыром и с кремом. Да, да, да. Сейчас я все посмотрю. Все посмотрю. По 10 центов что это? А, маршмеллоу? Интересно. Ой, какие веселенькие. Печеньки по 10 центов. Да? По 10 центов. А там попкорн я не ем. Не-не-не, подождите. 0,30, зефир. Сосиска. Сосиска, да? Ладно, я столько уже набрала, я не знаю. Подождите. 50, подожди. Давай. 20. Попробуйте, попробуйте один бесплатно. Что это? Попробуйте один бесплатно. Нет, один бесплатно. Один сухарик. Вкусный? Вкусный, да. Закрыто. Магазин закрылся. А это что? Это колечки с бисером. Колечки? Да. А, колечки. Интересно. Молодцы. Ой, какая прелесть. Это ты делала? Да. А сколько стоит? 20 центов. 20 центов? Слушай, у меня 5 евро. Я не знаю, что мне делать. Надо разменять где-то 5 евро. Я бы взяла вот такой. 20 евро. И не кончились деньги мелкие. У тебя нет сдачи, да? Есть. У меня 5 евро. 5 нет. Ну вот. Сейчас пойду, может, еще где-нибудь разменяю. О, это домашние? Да. 50 центов, да? А у тебя сдача будет с 5 евро, нет? Нет, не будет, да? Жалко. А что это у нее такое? Это антистрессики. А, антистрессики, да? Ой, какие. Сколько стоит? 30, да? Сколько стоит? 30. Классно. Классно. Девочки, у меня 5 евро только. Я уже всю мелочь потратила. Да? Я бы купила бы. Я думаю, может, кто-то разменяет. Никто не разменивает мне. Это тоже? Да, это. Это шар? Да. Понятно. У тебя касса есть, да? Ух ты, настоящая касса. Отлично. Снижать. Уже конец ярмарки, надо скидки делать, акции, девочки. Да? Да, я уже набрала всего, и у меня остались только большие купюры.
За евро? Да. А что тут за евро и кушать? А это что такое? Это янтарь. О, правда? Да. Да, не может быть. Может быть. Да? Да. Ничего себе. И что с ним делать? Его можно, из него даже можно браслеты делать. Да, ну так а из этих кусочков ты сам не сделаешь? Я сама не сделаю из этих кусочков. Как я сделаю браслет? Ну, еще его... Я понимаю. Я его еще по дешевой цене продаю. Я понимаю, да. А ты уже продал что-то? 25 центов. Дети, я бы взяла, но у меня мелкие деньги все... Все законы. Я сладости не ем. Сладости не ем. 20 центов. У меня кончились мелкие деньги. Я уже столько накупила. Не, если бы мне деньги разменяли бы 5 евро. Бесплатно не надо, девочки. Продавайте. Продавайте. Так. Я вижу, девочки, вы разменяете? Не разменяете. Вот, да? Ну, у вас 5 евро есть разменять? Ну, я тут. Вот именно. Так, что тут еще? Так. Ой, это все детское. Видите, у меня все искупили. Да? Ну, я и не буду у тебя покупать. Ой, я в этом ничего не понимаю. Ладно, у меня 2 пачки было. 3 пачки сока уже выпили? Ничего себе, водохлебы. У меня тоже дома такой сок яблочный, да? А сколько сок? 40 центов стоит? Да? У тебя много денег, наверное. Ты мне, может, разменяешь, кстати? Да, разменяй, да? Базар есть базар. Осторожно. Ты сегодня много денег заработала? 15 евро минимум. Ну, молодец, молодец. Сок беспроигрышный вариант. Беспроигрышный сок. Все пить хотят, бегают, да? Все сухое, так. Так. Евро 50. Евро 50, да. Так, хорошо. Так, хорошо. 50 это 3. 20. Сейчас я попробую вот так. 4. Да, да. И еще 50. Спасибо. На ярмарку сходили, нет? Не успели? Смотрите, какая прелесть. Смотрите, да, кружка. Это и кружка? Да, это ребенок купил кружку и вот так вот декорировал. Сделал, да. Но это не каждый добывается. Ну, это очень красиво. Да, да, ты за 3 евро купил. Это не красоту, не, да. Не каждая из этих штук есть. Не-не-не, это штука отдельная, это уже я покупала вот сколько на голове со сладости всего. Вот чего там только не было. Вот эта машина, ну, по-моему, еще не было.